Сегодня начинаем наш традиционный новогодний. Женяки, потише. Начинаем традиционный международный, в данном случае он будет новогодний гандикап, посвященный 70-летию битвы под Москвой. В отличие от многих других наших гандикапов, здесь у нас расширенный состав, и впервые можем сказать, что в этом турнире будут играть и ребята, молодые, так сказать, шахматисты, юноши и девушки, которые отличились в чемпионатах России, Европы и мира. Ну, а что касается памятной даты 70-летия, то шахматисты старшего поколения помнят это время. Я среди наших участников тоже есть один человек, Борис Иванович. Я люблю, который, в общем-то, непосредственно связан с этой датой. Его отец воевал здесь и погиб. Вот. И прошу обратить внимание, что здесь есть письмо от отца и желательно это изменить. Ну, что можно сказать про наши гандикапы? Их уже, так сказать, набралось с 98 года достаточно много. В них играли и Смыслов, и Карпов, и Крамник, и Костенюк, чемпионы мира. И практически все участники вот, сборной страны, и мужчины, и женщины. И сейчас тоже у нас очень интересный состав. К сожалению, в последний момент выяснилось, что вот не будет играть Жуков, Гваркович, вот, и несколько других людей, которые в это время очень заняты.